Только начали тренироваться. Прошлый сезон физически, эмоционально сложный был, трудный. Как провел отпуск? Как отдохнул? Отдохнул хорошо. Сначала был у себя дома, в Украине, потом полетел в теплые страны и уже последние дни 10 готовился к сборной. Что там увидел? Там доминикане видели тебя. Что там самое интересное в такой стране? Да ничего интересного. Скучал за Ригой, уже думал, когда уже тренироваться начнем. Приехал оттуда, прилетел. Как провел это время перед командными тренировками? Ну, в Риге мы сдавали 2-3 дня тесты, легкие перед тренировки было. И потом уже потихоньку втягиваемся. Бега уже были, тесты всякие. И сейчас сегодня был зал тренажерный. Индивидуально что-то успел сделать? В какой форме приехал на тренировки? Ну, я думаю, про форму уже можно будет говорить на настоящем поле уже, когда уже игры начнутся. Так тяжело сказать, сейчас такой процесс более игровой, с мячиком, как бы тяжело сказать про форму, но чувствую себя хорошо. Первое впечатление о тренере Торстен Финк, сейчас у нас главный тренер, много тоже и помощников пришло. Какая атмосфера, как влились коллективы, можно так сказать? Атмосфера классная, хорошая связь с тренерским штабом. Все советуются, приходят, спрашивают. Мы можем тоже подойти спросить, как мы считаем лучше. Там, они нам говорят, процесс солидный. Я думаю, что у нас все получится. Тренер, который как игрок выиграл Лигу чемпионов, как он, как человек, можно подойти и что-то спросить? Или все-таки вы уже тоже так смотрите, как он реагирует и так далее? Да, я повторюсь, я говорю, связь хорошая, реально, с тренерским штабом. Можно подойти, сказать свои какие-то пожелания, и сами тренера подходят, там, могут посоветовать что-то, хотя мы только первую неделю вместе, но уже такая атмосфера семейная хорошая. Завтра летим в Дубай. Что ожидаешь от тренировочного сбора? Что там будет самое главное? Какие твои экспектации? Посмотрим, как оно будет. До чемпионата еще есть время, в общем. Главное не набрать форму, потом не потерять, потом еще раз набрать. Главное все равномерно, мне кажется, распределить и дать уже хороший результат спустя месяц. Я думаю, что первый месяц это будем притираться, новые какие-то схемы, тактики, игроки придут, скорее всего, новые. Поэтому уже через месяц, спустя месяц уже будет видно. Спасибо.